Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор скраба шиповника. Приготовить полезный фитоскраб для кожи возможно даже в домашних условиях. Если у вас увядающая кожа или она склонна к прыщам и акне, то в качестве мягкого скрабирующего компонента рекомендуется использовать скраб из шиповника. Помимо его деликатного действия, вы получите в дополнение витаминную подпитку для кожи, бактерицидный эффект и важную профилактику образования рубцов и средства постакне. Косметические действия таковы: бактерицидный эффект, регенерация кожи, профилактика образования рубцов и следов от прыщей, тонизирование, восстановление эластичности, насыщение витаминами и минералами, мощный антиоксидантный агент, борьба с пигментацией, защитное свойство. Применение скраба шиповника при уходе за кожей таково: осветляющие маски, мягкий фитопилинг, омолаживающие программы, мыло скраба. Вот в таком пакетике мы отправляем скраб шиповника нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!